как красиво у нас в Орле, на Тургеневском бережке в сквере. Стою вот над рекой Окой, на набережной Дубровинского горят фонарики, где-то там вдали Красный мост работает, едут по нему машины. Красный мост там. Посмотрите, какая красота. Осень в Орле, набережная Дубровинского. Горят огоньки, горожане отдыхают. Воскресенье, 5-6 октября 2024 года. Вот дом знаменитый на Пролетарской горе, где была Блинная в советское время. Спуск, Левашов спуск, Левашова гора. Вот такое замечательное местечко. Тургеневский бережок. Памятник Тургеневу там в темноте. Кстати, неплохо было бы его подсветить. Вот, очень здесь красиво, прекрасно тут постоять вечерком, посмотреть на реку, на огоньки. Хорошего вам настроения, подпишитесь на канал «Природа и культура», город Орел.